Наша компания на выставке представляет мобильное оборудование для производства топливных брикетов и для переработки нетоксичных отходов промышленности 4-5 класса опасности. Кроме того, мы представляем на выставке завод по переработке золошлаковых отходов для крупных угольных ТЭЦ мощностью по переработке 400 тысяч тонн золы в год. На выставке нам удалось наладить несколько контактов. Мы отработали достаточно интересные вещи, связанные с мобильными заводами, и понимаем, что эту продукцию можно теперь запускать в серию. Также мы думаем, что наладили достаточно хорошие связи с некоторыми поставщиками энергетического оборудования, которые будем использовать в своей работе.